Всем привет, играем в Фазмофобию, соло кошмар, безулик, Ridge View Root. Сегодня у нас тут кто? Барбара Гейтон, детектор МП, направленный микрофон, паранормальное явление. Ну ладно. Не очень хочется, конечно, направленный микрофон, ну. Что поделаешь. Жизнь такова и никакова больше. Я думаю, нам повезет. У нас с Барбарой не будет никаких претензий друг к другу, никаких взаимных оскорблений. Мы просто познакомимся, узнаем ее получше, выявим ее тип, поедем по домам. Мне кажется, мы вполне сможем с Барбарой договориться, чтобы она нам и в направленный микрофон крикнула в нужный момент. Поэтому, ну, должно все пройти хорошо. Я так считаю. Так, может быть, кости какие-нибудь? Собственно, именно с этой целью подвалы обхожу. Но, походу, нет. Походу, нет. Давайте поищем в другом месте. Так, а что упало? А, картинка вон. Да. Картинка с котиком. Который осуждающе смотрит. А я не помню, тут гостиная и столовка — это одна комната? Разные, да? Понял. Давненько, если честно, в гостиной на Риджью мне ничего не выпадало. Пойду сейчас кость проверю на первом этаже. Ага, вот она и лежит. Все. Перфекто. Все нашлось. Вот видите, можно, оказывается, и с Барбарами договариваться. Давайте тогда сейчас проверим. Мимик или не мимик, мираж или не мираж. А потом пойдем слушать Барбарины крики. Не вижу присутствия арбы. Соль, пожалуйста. Забрали. Сюда положили. Кость пошли, взяли. Понькнули. Так. Солевые последствия засняли. Где Барбара? А, вон Барбару. Барбару сфотографировали. Три звезды. Фантома убрали. Из подозреваемых. Голова Барбары отразилась на фото. Что снимает с нее подозрение в фантомстве. И у нас остается, получается, направленный, да? Который непонятно, в какую сторону мы будем слушать. Может быть, вот здесь вот прям встать и слушать и туда, и туда? Получится такая история. Вот так даже. Вот так. Кажется, должно быть хорошо. Барбара просто мега послушная девочка. Я думаю, что пора начинать нашу интервенцию. Ну, бери куклу, ну чё ты. Так, телевизор, да?
конечно, надо было сначала посмотреть, куда прятаться, да? Прежде чем подвергать себя таким диким рискам. Есть одно такое место. По-моему, ускорения не было. Я даже сначала подумала, что она чуть медленнее, чем надо. Она прям еле-еле как будто бы как-то шла. Почему так показалось? Может, она не ускоряется? Ей рейджи не хватает. О. Минус свет, да? План. Разберемся. Да, соль, пожалуй. Нужны фоточки. Как бы нам Барбару-то вычислить? Гараж, да, тоже можно было. Так, свет включила, да? Какой-то, как будто бы источник света врубился. Что намекает нам на то, что это не Мара. Ну все, сейчас мы должны быть разряжены. Сейчас надо будет засечь на духаря. Полтора, я думаю, можно убирать. Они, они. Не знаю, кстати, насчет они. Растушка отсюда была. Ну давай, мать, выходи. Биться будем. На Оне. Вряд ли мюлинг.
Андрю проверить. Ну, сейчас, если никто не выпадет... Ну, в смысле, если у меня не будет никаких доказательств либо одного, либо второго призрака, я, наверное, выберу Гарё. Потому что сейчас не похоже ни на одного, ни на второго. Ну, в смысле, ни на кого не похоже. Не то чтобы я из двух выбираю. Здрасте, за спиной. С кухни идет, ага. Андрю, который сбежал от огня. Сбила мне всю теорию, блин, с Гарё. Я уже была готова уезжать. Да, возьми крест. А ну вон, видишь, что? Видишь, как? Достаточно далеко они друг от друга лежат. Было похоже на перещелчок. Блин. Ну, а кого мне выбирать? Так вот, если, да? Ломает все мои теории одну за другой, понимаешь? Это ж не может быть там Обака, например. Практически. Ну, думаю, что это демон. Давай его вот так сделаем.
Ну, это далековато. Блин, ну... Если это демон, почему пассивный? Ну, давайте курнем еще разочек. Попробуем засечь до следующей атаки. Мне не нравится, что она бегает, типа она то здесь, то там. На перещелчок же был один небольшой. Я не верю, что это демон. Я скорее поверю в то, что это Мара. Следующая атака. Опа-на. Блин, ну может быть это все-таки Гарё. Она все-таки не переехала. Как выбрать между вот Марой и Гарё? Сама включила, сама выключила. Насмотрелась, понимаешь? При прочих равных я выберу, что это Гарё. Ну не переехала. Огонь. Она все еще там. Она вот все, сколько мы играем, она в одном и том же месте. Это признак горе. А я так уверенно вычеркнула Банши. Ну, типа, прям. Да ну нет. Банши, которая ни разу не переехала. Ну что, ну бывает такое. Бывает такое. Ну не сказать, что она прям за мной ходила-то. Хотя я, в принципе, была в разных точках дома. Она приходила за мной только на кухню. Может быть, она просто хотела поесть. Спасибо всем, кто смотрел. Увидимся с вами в новых сериях. Всем пока-пока.